Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Град, и сегодня мы, значит, смотрим седы. Не обращайте внимания, это не мой скин, я вообще просто не нашел свой скин, но это не мой скин, это главное. Сегодня мы посмотрим вообще очень крутые седы. Нашел его мой друг, у которого есть своя группа по седам, ссылочка, конечно же, в описании. Вы сможете увидеть все седы на экране, но последний сид вы сможете увидеть у него в группе ВКонтакте, так что переходите и будет в закрепе. Поехали. Ребята, во-первых, подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании, там реально я. И также поставьте лайк, потому что мне пришлось выходить и заходить в разные миры. Первый сид очень интересненький, потому что это огромный грибной биом. Ой, где тут даже осталось кусочки земли, она тут очень зелененькая. Он просто огромнейший, не знаю, сколько тут можно, сколько тут блоков вообще в длину. Но это еще не все. Если мы пролетим на координаты 0,0, ну точнее вот туда вот, то мы сможем найти рядом с этим биомом небольшой биом акации. Посмотрите, как это выглядит гармонично. Из-за того, что это биом грибов, трава зеленющая, листва зеленющая, это выглядит очень зелено, очень зелено, а как говорится, я не знаю, как говорить. Но это еще не все. Если мы полетим вот сюда вот, мы можем найти просто офигенные скалы, две огромные дырки, в которых вы можете поселиться. Тут даже вот спрут спавнится, вот такой красивенький, интересненький, из нового обновления 1.17, и вот тут тоже. Какие же красивые эти пещеры, я просто не могу. В них можно просто жить вечно, и, или вообще можно жить вот тут вот. Прямо на этом уголке острова, тут у нас ведут две реки, они соединяются, и потом еще выходит одна. Посмотрите, тут еще цветочный биом, она идет меж скал, это очень выглядит красиво. Если мы пролетим сюда, мы можем увидеть, как она впадает в мини-озерцо. Вы думаете, на этом все? Нет, если мы пролетим обратно, то мы можем увидеть огромнейший портал. Я в своих выживаниях такого портала не находил, он просто огромнейший. Если восстановить, можно попасть в ад. Один блок золота, наверное, тут еще в лаве есть. Давайте посмотрим, что в сундучке. У нас тут три золота, потом такие, ну, достаточно хорошая броня и три зажигалки. Так, берем зажигалку из этого сундука и поджигаем. Давайте посмотрим, что у нас будет там. Ничего необычного. Ну, тут, правда, сразу вот долина душ есть, красный биом. Ну, он самый частый, как по мне. Ну, в принципе, если тут еще крепость поблизости есть, это вообще идеально. А так, долина душ, это очень красивый биом, как по мне. И посмотрите, огромное просто озеро лавы. Нескончаемое просто, которое льется с потолка. Просто очень красиво, очень. Так, у нас это уже третий сид. Мы спавнимся вот тут в джунглях. У нас тут пляж. Не очень красиво, если честно, в джунглях. Но если мы пойдем вон ту сторону, то мы можем увидеть бамбук. Очень много бамбука. Очень много бамбука. Ну прям очень много. Я никогда не видел такой огромный бамбучный лес или бамбуковый. Посмотрите, тут даже панда живет. Он просто нескончаемый. Тут столько бамбука, это просто офигеть можно. Еще рядом с этим тропическим биомом находится меса. То есть жаркий биом находится рядом с тропическим или же влажным биомом. Как по мне, это очень редко. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что между этими двумя биомами находится вот такая вот мини-пустынька. И если прилететь дальше, то мы можем увидеть, что джунгли просто облепляет весь этот биом. Грубо говоря, не дает распространиться меси. Посмотрите, она просто вот так вот вокруг облепила, и меси просто некуда деваться. Тут вот красивые озера. Вау, очень красивые, на самом деле, вот такие огромные пласты. Мне это очень нравится. У нас четвертый сид, мы появляемся вот тут вот. У нас рядом бережок, а тут у нас растет тростник. Ну, то есть, это эстетические джунгли. Но если мы повернемся назад, мы можем увидеть огромнейшую гору, которая не просто стоит, а в ней есть вот такой разрез, на которой висит лиан, и это просто офигенно смотрится, посмотрите. И разрез такой, чувствую, какой-то под какую-то фляжку или бутылку, вот такой вот кругловатой формы, или флакон, не знаю, там, зелье какое-то. Выглядит, ну, очень круто. И очень много диорита, кстати. Вот диорит, там диорит, еще тут диорит.
очень много денег, это очень странно. И если мы полетим вот сюда, вот мы увидим просто огромнейшие горы с такими же выемками. Просто в них можно летать, в них можно бегать, в них можно жить. Они просто огромнейшие. Это очень красиво, как по мне. Я обожаю просто вот такие горы. Если мы поднимемся наверх, тут будет не простой биом джунглей или обычный биом. Здесь будет биом саванна. Посмотрите, это просто офигенно выглядит. Это просто кошмарики, просто. Посмотрите. Еще тут и лава, тут какие-то вот такие вот пики торчат. И лава течет очень красиво. Если вот такой обычный саванне, тут, как всегда, протекает вода. Если мы обернемся назад, мы увидим огромные скалы и опять эти наскальные саванны с огромнейшими, красивыми горами, которые летают, в которых есть огромнейшие дырки. Это просто офигенно, ребят, смотрите. Просто посмотрите, завораживает просто. Я обожаю вот такие вот горы, как я уже ранее сказал об этом. Тут вот свисает что-то. Тут вот горы красивые. Тут можно влететь, и тут очень темно, и сразу вот три дырки тут есть, офигенно. Это еще пещерка мини, офигеть, ребята, смотрите, это огромнейшие просто структуры. Еще пещера куда-то идет, это не просто, это еще пещера отсюда идет, обычная самая. Рядом с ней находится место, посмотрите, вот такие огромные штыри, это необычное место, это место с штырями. Если мы полетим в ту сторону, то место будет просто огромнейшее. И если мы посмотрим сюда, мы можем увидеть, как половина просто места захватила гору. Я вот такое никогда не видел, настолько большие горы с места, еще вон там вот кусочек, просто посмотрите. Это просто какой-то капец. Это просто какой-то капец. Сид можно найти в группе по ссылочке в описании, в группе Сидан. Подписывайтесь, там можно найти супер крутые сиды. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока.